Помощь спасателям. На учениях, приуроченных к месячнику гражданской обороны, спасатели продемонстрировали новую технику. Не секрет, что о работе спасательных служб многопрофильная и универсальная техника облегчит поиски и работу, производимую в тяжелейших условиях. Бибигуль Таужанова побывала на учениях и узнала о новинках. Для работы спасателей в особо опасных и сложных ситуациях машина, подобная этому триколу, просто необходима. Именно сегодня они решили продемонстрировать всю силу и мощь этой техники, которая была завезена в конце прошлого года из Астаны. Такого аппарата у наших спасателей до этого не было. С этой машиной у них связаны большие планы. Теперь им даже самые экстремальные условия не страшны. Машина, которая легко передвигается и по заснеженным равнинам, по болотистым местностям и водоемам, станет неотъемлемой частью любой спасательной операции. Ее вес составляет 2 тонны. Данная техника поступила с Министерства оперативно-спасательный отряд довольно-таки недавно, буквально месяц назад. Сейчас ведется работа по его оформлению. В связи с тем, что у него колеса шины низкого давления, масса автомобиля сама, она уменьшается гораздо, намного. И можно проехать по бездорожью, сугробах, заснеженных по болотной местности, по воде даже он может ездить. Нашей съемочной группе также посчастливилось испытать технику на деле. Кинологическая служба спасателей продемонстрировала свою работу в поиске пропавших людей. Специально обученная годовалая собака по кличке Мари впервые показала, на что она способна. И все это благодаря слаженной работе специалистов. Также свою работу под водой в специальном защитном костюме продемонстрировали водолазы, спустившиеся на 4-метровую глубину. А также спасатели бегали на лыжах, показывая, как приходится работать в труднопроходимых местах, вооружившись всем необходимым для оказания помощи пострадавшим. Проводится выездное занятие в целях проверки готовности личного состава, аварийно-спасательной техники и аварийно-спасательных сооружений, значит, к работе по предназначению. Поэтому сегодня у нас проводится плановое мероприятие. В рамках, значит, мероприятия мы хотим проверить готовность всех служб нашего отряда. В работе этих людей риск является неотъемлемой частью. В любое время года и в любую погоду именно их слаженность и оперативность – залог успешного результата. Будем надеяться, что с появлением универсальной машины работа наших спасателей будет выполняться еще быстрее, ведь в их работе именно время играет самую главную роль. Бибигуль Таужанова, Даурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.